Сегодня человечество подошло к опасному краю. Люди поклонились нечистым сущностям, всадникам апокалипсиса, лжерелигии, войне, мамоне, смерти и аду. Убивают и гонят христиан в 145 странах мира. И у нас в Украине идет война. Открыта пятая печать апокалипсиса. Души убитых на небе требуют возмездия за их пролитую кровь. И голос мучеников будет услышан Богом. Откроется шестая печать. Мы стоим на пороге ядерного коллапса, когда люди окончательно превратят созданный Богом рай в ад. После шестой печати начнут трубить трубы апокалипсиса, при которых небо свернется, вся земля потрясется, падут астероиды. Трубы — это финальное предупреждение. Иисус сказал, что перед Его пришествием будет скорбь, и силы небесные поколеблются. Все четыре силы — две атомные, сильная и слабая, электромагнитная, гравитационная — будут потрясены. Ведь при шестой трубе будут освобождены четыре ангела, чтобы вредить силам природы и уничтожить треть населения Земли. А при седьмой трубе свершится тайна Божья — пришествие Христа, воскресение мертвых и вознесение Церкви. Христос так и предупреждал, что после скорби дней тех солнце померкнет и луна не даст света, и силы небесные поколеблются, и тогда явится знамение Сына Божьего на небе. Далее и зальются семь чаш гнева Божьего. И мы должны говорить всему миру о пророчествах Библии, которые сбываются у нас на глазах, чтобы предостеречь человечество. И я благодарю Бога за это толкование книги «Апокалипсис», которое я всю жизнь слышу от своего супруга. И нет ничего более яснее, прозрачнее и понятнее книги «Откровения». Если кто-то говорит, какая запутанная книга, и может быть мы там или здесь. Но книга «Апокалипсис», она содержит четкую хронологию событий, и мы можем видеть, как все происходит. На арене появляется всадник на белом коне, имя ему Сатана, это дьявол, ангел тьмы, рядящийся в одежды света. Его оружие — лук, он лукавый. Люди верят ему, люди верят в лжи, поклоняются ему, принимают его вместо Иисуса Христа. И что идет за этим сразу? Друзья мои, что идет сразу? Всадник войны. За сатаной сразу следует всадник войны. И мы видим это. Мы видим после войны, во время войны, что потрясает наш мир. Третий всадник – экономический кризис. То есть весь апокалипсис, вся хроника апокалипсиса сбывается у нас на глазах. Мы подошли к черте невозврата. Мы можем это остановить, если мы объединим свои силы для проповеди Евангелия, для бодрствования и молитвы на наших социальных страницах, на социальных площадках. И если ты только недавно начал, открыл YouTube-канал, у тебя большое будущее. Бог благословил нас, нас смотрят миллионы, и тебя будут смотреть миллионы. Присоединяйся, бери с наших каналов Евангелие Иисуса Христа в чистом и измененном виде, бери молитвы и продвигай, популяризируй Слово Божие, потому что только свет может победить тьму. Аминь.